Ну, рассказывай, вещай. Что же, рассказывать уже вещать? Меня видно? Вот так, да, как? Видно. Отлично. Ну что, связь говно. Я даже начинаю говорить плохие слова в прямом эфире. Вроде как за город, вроде премиум магазин, а ничего не роют. Как вы сказали, мы сели прямо попой в бункер. Ну что я могу сказать? Цены практически как в Азбуке. Магазин премиум класса, чего ожидать. Что по качеству продуктов? Качество продуктов высокое, вот сервировка их не такая красивая, выкладка не такая красивая, выбор не такой большой. Ну и, соответственно, обслуживание. То есть в Азбуке вкус у каждого клиента знают, если уж не по имени, то, по крайней мере, по вкусовым его пристрастиям. Здесь же, допустим, выбор фруктов практически отсутствует. То есть есть фрукты либо из категории премиум-премиум, все очень дорого, либо из вариации, что, ну, купите то, что есть. С таким успехом можно и в ленту пойти. Так вот, спрашиваю, да, отличие от ленты. Отличие от ленты по фруктам и обслуживанию, я, честно говоря, ни хрена не увидел. Качество продукции, разумеется, здесь выше, связано с чем? Допустим, можно точно понимать, что купив салат с угрём, как мы его сейчас купили, он будет сверхвысокого качества. Но, знаете, заплатить за 200-граммовый салат 600 рублей, с таким успехом можно было да, домой пойти, едем. Пойти в кизовские рестораны, положить на сам с любимой. Что еще? Ну, времени и сил сейчас готовить нету. Мы сегодня с любимой уже сделали одну съемку. Сейчас будет у нас вторая съемочка идти. Соответственно, готовить времени нет, но купили куриных котлет, они сделаны без соли, все хорошо. Ценник вроде как кусается, но опять же, не знаю, даже как это укладывают в контейнер с собой, уже не так красиво и не так интересно. Вариаций нет, выбора большого нет, возможно, будем ходить все-таки в Азбуку вкуса у нас на Петроградской и смотреть, что там. Ну давай, дорогая, вещай, что у нас будет скоро на канале. Я уже сегодня в перископе рассказывал, теперь ты давай. Ну показывай на себя монитор, давай. Нет, я не хочу. Что значит не хочешь? Ты что, голос за кадром, что ли? Да. Ну давай голос за кадром, вещай. Сегодня, нет, наверное, завтра мы выпустим превьюшечку некого нового проекта. Проект «Фигура моей мечты». Главная героиня – это я. Ну и все мое, скажем так, преображение. Да, преображение раскроем. Ну как раскроем? Частично раскроем. Будет 5 серий, они будут выходить каждые 48 часов, наверное, все-таки в 9 вечера, чтобы был маленький сериал. Видео больше познавательное, хотя и провокационное название у него будет. Там будет показано, какой Ира была до знакомства со мной. И как она изменилась за этот год. Как мы тренировались, как проходил реабилитационный процесс. Слушай, говорят, связь плохая по дороге. Это, мать его, за город. Ничего не видно, поэтому даже количество зрителей у нас всего лишь 106. Может, да быть, ладно. Да, может быть, выйдем из дома, ну, потому что, видимо, тяжело смотреть это.